Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 53-м уроке видеокурса «Лендинг пейдж для начинающих». И в этом уроке я хочу вам показать простой, достаточно симпатичный слайдер изображения для вашего лендинг пейдж. Этот слайдер можно делать, в принципе, любого размера, и его можно делать как бы широкоформатный, то есть растянутый по ширине на всю страницу, если у вас, например, лендинг пейдж имеет такой дизайн, что блоки у вас шириной 100%, то есть растягиваются во всю ширину браузера. Слайд имеет вот такие стрелочки. Он прост, как я уже говорил, поэтому он имеет ограничения. Самый главный минус, который здесь есть, здесь нет автоматического перелистывания вот этих слайдов. То есть картинки так и будут висеть, пока человек не кликнет вот по этим стрелочкам. Есть три эффекта перехода с фотографии на фотографию, но эти эффекты, они достаточно похожи друг на друга. И один еще достаточно большой недостаток – это ограничение по количеству добавленных фотографий. Но этот виджет подойдет для, так скажем, небольших запросов. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Итак, в Adobe Muse я захожу в библиотеку и виджет вытягиваю на холст. И вы видите, в настройках тут действительно нету никаких настроек, есть только ссылка «Добавить файл», «Изображение», и всего можно добавить 4 штуки. Но, в принципе, для слайда этого достаточно. Это не галерея. Тут большая разница. Галерея может иметь много фотографий, чтобы человек мог просмотреть, например, портфолио, да. Но слайд обычно не бывает много фотографий. И давайте, в принципе, я быстренько пробегусь. Здесь первое – это три эффекта. В начале урока вы видели эффект номер один. Давайте посмотрим эффект номер два. И давайте добавим изображение. Изображения старайтесь выбирать большие. Тем более, если вы будете делать по ширине 100%. И вот у меня изображение, я навел мышь, 1680 на 1050 пикселей. То есть достаточно большое изображение. Вы выделяете изображение и нажимаете кнопку «Открыть с компьютера». Изображение уже добавилось. И сразу же идете добавлять нужные вам изображения. Изображения добавлены. Давайте посмотрим так, как сейчас есть, с эффектом 2. Галерею можете разместить где-то на сайте, не обязательно делать во всю ширину. Я иду в браузер. И вот, в принципе, наша галерейка. Вот эффект номер 2. Он похож на эффект 1. И давайте сразу эффект номер 3. Просмотрим. И вот эффект номер 3. И если нужно во всю ширину, вы просто примыкаете к краям холста, так, чтобы загорелись красные направляющие по краям. Видно, да? Растягиваете эту сторону, также до края холста. И в зависимости от ваших изображений, нижнюю часть вы вытягиваете уже на глаз. То есть, чтобы у вас, например, не обрезались картинки снизу. Вот, в принципе, нормально вытянул, вся картинка отображается. То есть, вот он, например, лендинг идет, да, и большой слайд наверху. В принципе, достаточно симпатичный слайд. Для небольших таких, скажем, нужд, в принципе, хорошо подойдет. На этом, в принципе, я заканчиваю данный видеоурок. Если вас виджет заинтересовал, то под этим видео ссылка на мой сайт, перейдете и там его скачаете без каких-либо проблем. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу.
всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.